Когда бы в демократии мы жили, тогда б ценили избранную власть. В самих себе изгоев бы изжили, стране своей не дали бы пропасть. Когда б парламент стал многопартийным, не из прикормленных филиалов нурсиян, народом проще управлять бессильным и разделенным, верящим в обман. Когда же единицы протестуют, пытаясь справедливость отыскать, их тут же прячут, тюрьмы не пустуют, на личности давно всем наплевать. Запуганные граждане на кухнях за чаем блогеров обсудят шепотком. Как Щелоков с Кибраевым попухли, узнать бы нам теперь, а что потом? А что потом, спрошу вас, казахстанцы, как долго нам режим терпеть такой? Мы граждане в свободном государстве или бараны, что погнали на убой?